И снова всем привет, друзья! С вами, как всегда, Шиморо, и добро пожаловать в игру под названием YouTuber's Life. Это первый взгляд и обзор игрушки, о которой мне многие-многие ребята у нас в комментариях писали. Говорят, Шиморо, вышла YouTuber's Life, надо срочно тебе ее нам показать. И, соответственно, вот она, ребята, я здесь, только установил, скачал, соответственно. Давайте посмотрим, ребята, на нее, может быть, попроходим ее, если вам будет очень сильно нравиться. Поэтому, друзья, не забывайте поставить лайк, ну а мы начинаем. Нажимаем New Game и смотрим, о чем вообще эта игра и что она из себя представляет. Хорошо, планета Земля. Какая-то херня, ребята, летающая, непонятно. I finally made it. Я наконец-то сделал это. Кстати, в игре нет русского языка, к сожалению, пока, поэтому будем переводить как сможем. I'm the most popular YouTuber. Я самый популярный ютубер. I manage my own network. Я владею своей собственной сетью. Ни хрена себе. It's been a long hard trip. Это было очень долгое, тяжелое путешествие. Говорит нам главный герой, видимо. Вот он. This is my story. Это моя история. This is my story to be the most popular YouTuber. Нифига себе, ребята, историю самого популярного ютубера сейчас будем с вами проходить. Интересно, интересно. Блин, интересный. Оу, создание персонажа, ребята, мальчик. Так, это типа, да, сейчас мы создадим ютубера. Сейчас мы создадим ютубера, я даже не знаю. Что-то все они какие-то грустные ютуберы. Ведь ютубер не должен быть грустным. Чё такой грустный-то, ёптана? Чё ты грустный? Я не понимаю, мальчик это или девочка, ребята, выражение. Так, стой. Сука, здесь можно угорать, ребята. Вот такой будет. Я иду, да, вот такой вот ютубер у нас. Так, ладно, это мы можем открывать, ребята, шапочки, кепочки, смотрите, всякая херня абсолютно. Здесь очень много всякого говна, как вы видите, дорогие друзья, им можно пользоваться. Курточки, маечки, давайте маечку сделаем. Цвет кожи где у меня? I'm a fucking hustler, I'm a fucking... Так, ладно, цвет волос у нас идет вот такой, даже цвет бороды можно, ребята, изменить, да, получается? Вот здесь вот, I'm a hustler. Так, давайте вот сюда вот идем. Идем, штанишки себе подбираем. Штанишки, какие у нас будут штанишки? Такие вот, что нет, но это как-то слишком. Давайте, вот такие. Баскетболист-ютубер у нас будет, дорогие друзья. Давайте создадим баскетболиста-ютубера. Во, мне нравится, мне нравится. Так, что здесь есть? Вот так вот, четко, ребята, четко, посмотрите. Вот это я понимаю, вот это я понимаю. Так, ладно, все, идем дальше. Суперстар. Это что у нас? You are master of viral videos and your only ambition is to make more and more. Every view or subscriber counts. Короче, тебе нравятся видосы, и твоя амбиция это делать только больше и больше видосов. Loaded, заряженный. Your obsession with money is nothing new. You are business expert and you like to see every new cast generated by your videos. В общем, короче, тебе только бабки нужны на ютубе, тебе больше ни хрена не надо, ты не хочешь вкладываться, не хочешь творчество, ты только хочешь зарабатывать бабло, говно. Так, Social Blade. You love meeting new people and socializing. Ага, понятно. Ты любишь встречаться с новыми людьми, встречать новых друзей, это твое любимое хобби. And having as infinite contact list is your goal. Короче, бесконечный список контактов — это твоя цель как ютубера. Гений, party animal. Гений, ну, тут, в принципе, все понятно. I don't care what everyone else thinks. Мне не нравится. Мне вообще похер на то, что думают другие. Изучать новые вещи всегда весело и легко. Apply yourself to your studies. В общем, короче, пацан любит постоянно получать какие-то новые знания, да? Party animal. Зверь тусовок, животное. Животное, которое постоянно живет на тусах. Is there any more important than fame and popularity. Что может быть круче, чем популярность? You want to have fun without too many worries. So let's have a great time. Короче, ты любишь получать удовольствие без каких-либо вообще, то есть не паришься ни о чем. Тебе только удовольствие нужно. Туса, короче, и все. Романтик, господи. Your lifelong dream is to find a special person that makes you whole and you want to stop until you find them. Короче, твоя цель жизни найти человека, твою вторую половинку, которую ты найдешь в общем, твой душевный партнер ждет тебя. В общем, этот пацан будет типа по телочкам у нас, да, работает. Соответственно, я даже не знаю. Sociable, genius, party animal. Давайте, туса. Бабки, туса, суперзвезда, которая пилит много видосов. Давайте вот так вот, суперстар будет. What do you want to talk about on your channel? О чем ты хочешь говорить на своем канале? Игровой канал у нас первый свободный. Значит, будем пилить игры. Enter your name. Эдвард Шиморо.
Name of the channel. Shimoro Big Show. Большое шоу Shimoro, дорогие друзья. Давай, Shimoro Big Show. А, или мы будем ему образ какой-то создавать. Или это будет какой-нибудь, я не знаю. Я не знаю, какие здесь каналы. Spotwitch, Shiny Television, Outgoing Director, Amusing YouTuber, необычный канал, такие все. Ты чё, блин, какие-то попсовые все названия. Вот оно название. Shimoro. Shimoro Big... Big Show, baby. Shimoro Big Show, baby. Welcome. Так, ладно, поехали. Эдвард Шимора, все сделали, ребята. Давайте. Будем поднимать, короче, канал свой. Будем делать его с вами популярным или непопулярным. Не знаю, что получится из этого, короче. Итак, I started making my first videos in this room. I had just moved in with my mom and I did not have a lot of friends around here. Let's take a look. Короче, я в этой комнате я начал делать свои первые видео. Я здесь, короче, живу со своей мамкой. И, соответственно, давайте начинать наш путь к тому, чтобы стать топ-1 ютубером. Господи, я же, блин, заговорился. You can use your mouse or keyboard to control the camera and your character. То есть ты можешь... Соответственно, двигать камеру, да? Чё за Sims, блин? Чё за Sims? Вот так, вот это моя комната, где я пилю видосы. Zoom with mouse wheel. Хорошо, это у нас первые такие вот обучающие штуки, да? During these days I have fun making videos of the games I had in myself. То есть I kept my games in the shelf. Go to the shelf. Так, давайте. У меня типа игры хранятся здесь. У меня игры в Steam хранятся. Go to the shelf. Идем к шкафчику. И чё дальше? Select a video game. Ну вот же. А, это полотенце, подождите. А, shelf, подождите. Давайте вот сюда подойдем. Где у меня что? Как мне выбрать-то? Ёптна. Вы мне не сказали, как выбрать. Вот здесь камера и вот так вот, ребята, вертится. Ой-ой-ой-ой, сейчас одну секундочку. Собачка загавкала. Ребята, мы продолжаем, прошу прощения. Так, у нас вот же полочка, ребята. Какой, блин, шкаф? Полочка, вот она. Choose game, выбрать игру, ребята. Давайте посмотрим, что у нас есть. Empire Planet 2, December 07. Рейтинг 3. Choose type of video. Review gameplay. А что я ревью не могу сделать, елки? Ну давайте сразу геймплей снимем. Итак, поехали. Веб-камера. Веб-камера, low resolution у нас. Нет, мы снимаем без вебки. А, микрофон, select filter. Никакого фильтра на микрофон. Select orientation. Monodirectional будет у нас. Available power 12, ребята, да? Select workstation, station 1. Апгрейд, это можно апгрейд компа, ребята, сделать, да? И, соответственно, конфигурация не... А что, мне с вебкой снимать, что ли, лол? Нахрена? Empire Planet, gameplay 1. Нереальный. Сука, обзор. Нереальный, сука, геймплей. Это мое первое видео. Так вот. Нереальный, сука, геймплей. Давайте смотреть, что будет. On the stage you face different challenges that you must solve by choosing a card. Так, соответственно, что я делаю? Your alias betrayed you. Ваши союзники предали вас. У нас записывается игра, и я должен что-то... я понял, я должен здесь выбирать какую-то карточку. Да, что я буду делать, я понял, ребята. На какие ситуации в игре? Гейм-туториал, обучение в игре. Не смешной коммент, happy expression, off topic. А, пока идет обучение, будем говорить не смешные комментарии. Нормально, я не знаю, что нам даст это вообще. Так, это наша вебка, ребята, пока мы играем, да? Гейм-туториал, happy expression, next. Идем дальше. Теперь у нас идет монтажка, что? Editing stage, create your video by dragging clips. Так, значит, мы... Так, а подождите, где у нас обучение? У нас обучалка... Обучалка вот здесь, по-моему, была. Сначала мы показываем обучение, а потом уже геймплей, когда союзники меня предали, да? Add title. Здесь мы сделали title. У нас есть энергия. Soft focus. Great color. Сделаем, типа, градиент цвета в игре, чтобы было все это красивее, да? Интерес 46%. Контент 9. Видео quality 2. Качество видео. Монтаж 3. Скрипт action. Так, новый левел. Мы получаем experience как ютубера, да? Мы прокачиваем себя и, соответственно, становимся сильнее. Публикуем это видео.
I still get annoyed by the time it takes to upload a video to the channel. Меня, говорит, раздражает время, которое я трачу на загрузку видоса на канал. А, кстати, это реально порой раздражает. Вот сам по себе знаю. Иногда я как бы пишу ролики, и у меня они выходят по расписанию всегда. И если у меня что-то, какая-то задержка, где-то что-то не загружается, меня начинает бомбить, жопу разрывать. Меня это бесит, соответственно. Есть такая тема, друзья. Поэтому, да, это такая тема. Я его понимаю. Так, I had a test every month, so I had to study. Так, if I passed, I received the reward, but if I failed, my mother would certainly ground me. В общем, я должен учиться, потому что если у меня получится, то я получу награду, если нет, мамка меня в землю втопчет, говорит. Так, что там у нас по лайкам? 4 лайка, 1 дизлайк, что за херня? Комменты. Так, что там у нас? Давайте смотреть, ребята. Left click on your bedroom door and choose study. Учиться. А, мне нужно учиться, короче же, да, мне же нужно учиться. Я же школьник, ютубер. Мне нужно, соответственно, учиться. Куда я пошел? А, я в школу пошел. Ёпта, пока мой видос смотрит, я в школе, короче, сижу, да? Empire Planet 2 у нас продолжают смотреть. Подписчики пошли, ребята, 45 просмотров. I could always check if I was ready to my tests by checking the calendar on my cell phone. То есть у меня есть еще и телефон мобильный? Да ладно, I didn't have to leave my home to shop. Online ordering was... И мне не обязательно выходить из дома, когда я хочу заказать что-то в магазине. Можно это сделать, естественно, в онлайне. Use your PC to shop. Используй свой компьютер для того, чтобы, соответственно, что-то купить, прикупить. У нас с вами 100 баксов, да? Back then, there were only 3 open stores. Сейчас только 3 магазина открыты, поэтому мне нужно что-то выбрать. Что я хочу? Я хочу купить игру какую-нибудь новую. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нахер, у меня нет столько денег, ёптана. Amazing on, ребята. Half PC, Lord, так-так-так. Half-Life 2, ребята, будем снимать сейчас, да? Да, давайте поснимаем Half-U. Покупаем говнище и, соответственно, можем уже снимать игрульку. Так, хорошо, здесь я все вроде бы выполнил. Закрываем. Так, далее. I was already familiar with the basics of making videos and my duties. Well, in the beginning, but I had decided to become a YouTuber. В общем, мне уже хотелось быть ютубером, и, наконец, я им становлюсь. Вот мне пришла игра, и я, соответственно, могу начать ее снимать. The long-awaited game pixelated gnome, что-то там. Так, if you don't start studying, come day, I'm going to ground you. Если говорит, если ты перестанешь учиться, сука, я, говорит, тебя закопаю в один прекрасный день, и все у тебя будет плохо. Ты знаешь, как вообще делать какие-нибудь дополнительные деньги, в общем, на дополнительных работах? Как бы так, тест-дейт. У меня январь 31, это у нас тестовый день. У нас сейчас 7. То есть мне нужно учиться для того, чтобы, соответственно, не просрать, ребята, день теста. Оповещение. The long-awaited game pixelated gnome has been released. Так, здесь у нас зарелизена какая-то игра. Здесь у меня есть контакты, Брук. Я могу с кем-то початиться, типа сказать, о, я первый видос... А, это я отношения, соответственно, поддерживаю. Info upgrade. Так, я понял, ребята, давайте слазить с компа. Вот такая у нас маленькая квартирка, да, мамка постоянно ходит и пытается закопать меня в землю. Перестаем чатиться, давайте работать, друзья. У нас сейчас есть где-то время, должно быть указано время. 2 часа, ребята. Так, идем вот сюда. Идем вот сюда. Выбираем игру, я хочу Half-U снять. Я хочу Half-U снять, ребята. Так, это будет чисто геймплей. Это будет чисто геймплей, ребята. No filter, no filter. Так, так, так. Low resolution веб-камера, Station 1, ребята. Available power 10, ребята. Окей. Half-Life 2. Первый взгляд, ребята. Поехали на Half-Life 2, посмотрим, что у нас из этого выйдет. Названия игр здесь довольно обычные. Так, у нас идет гейм-туториал. Singing coming, happy expression. Спеть. Мне нравится туториал, я такой, типа, восторженный отзыв оставляю. Хорошо, далее у нас идет уже time before starting game, прежде чем приступить к игре. Здесь мы, соответственно, должны поговорить. Мы должны... Ладно, не смешной коммент, ребята, вставим. Прежде чем мы начнем. Поехали дальше. Так, вот это у нас unhappy момент был, да? Так, подождите, что-то я не понял. Что у нас куда? Вот так вот идет склейка. Вот здесь какие-то стрелочки, ребята, они, видимо, что-то указывают. Color grading мы делаем. Soft focus делаем, короче. И поехали, ребята. Интерес 51. Контент, новый рекорд, ребят. Видео quality 7, edition неплохо, ребята, неплохо. Мы получаем с вами experience. И, соответственно, получаем с вами опыт летсплейщика, друзья. Ладно, публикуем видео.
У нас идет время на публикацию, и нам нужно с вами еще и учиться, ребята, да? Долгоожидаемая игра, ребята, какая-то вышла. The Long Awaited Game Maze. Но у нас сейчас пока нет бабла, мы не будем именно на этой игре сейчас заострять внимание. Давайте пойдем сюда. У нас есть с вами потребности, как вы видите. А зачем я пошел на учебу? А, у меня видос все равно публикуется, ребята. У меня видос публикуется. Нужно спать, кушать, учиться и прочее. Так, мы возвращаемся домой. Нам нужно покушать, наверное, нет? Я не вижу, чтобы я хотел кушать. Task complete. Так, что это у меня за карточки? Funny comment, ребята. Это что такое? Wave hello. Типа, всем привет. Далее у нас идет не смешной коммент какая-то, да, фигня? Потом у нас идет off-topic коммент, то есть не в тему комментарий. Wave goodbye. Всем пока, такой. Потом murderous look. Взгляд, в общем, зверский. Happy expression. Восторженное, соответственно, какой-то комментарий. Да, singing comment. Поем, когда, соответственно, что-то делаем. И теперь нам нужно с вами, мне кажется, нам нужно пошопиться. Нам нужно пошопиться и посмотреть, можем ли мы купить новиночку. The Long Awaited Game. Lotter Лига of Гигантов PC World. Здесь мы закупаем комплектующие и грейдим, соответственно, свой компик. У нас с вами HAL PC, Market Share 12%. У нас говнокомпьютер, ребята, нам здесь сделать нечего. Первый взгляд тем временем отсматривают. Что там у нас? Комментарии могу посмотреть. I can't believe that self-proclaimed YouTuber is this bad at editing. В общем, ты говно, ты не умеешь редактировать видео. The best part of this video is this script. В общем, лучшая часть этого видео это скрипт. I've loved watching this Half-Life 2 gameplay. Очень интересно, всем понравилось. It was exciting your first HAL-PC videos. Fatima нам пишет. Wow, this Half-Life 2 video is really... Это очень интересное видео, короче, ты... Красавчик, посмотрите, просмотры идут. Подписчиков у нас уже 65, просмотров всего 232. Мои каналы. Так, ranking YouTube 48, Juicy. Half-Life 2, Your Network, $1. Так, 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 Shimoro, Big Show, Baby. Subscribers 67, Total Earned Views. Так, здесь все понятно. У нас должна быть аналитика какая-то, да? Аналитика, просмотры, подписчики, сколько мы заработали, интерес зрителей. Далее, наши с вами видосы. Здесь мы можем раскрыть, почитать комментарии, что нам писали. Кстати, очень удобно. Топовые ютуберы, Separate TV, 315 тысяч просмотров, 16 тысяч лайков у этого топового ютубера, насколько я понимаю, в месяц, да? Бенефиты, monthly goals, минимум 100к. Какая-то херня, ребята. Надо разбираться. Здесь мы можем поставить на паузу, что-то сделать. Ну, все, в принципе, понятно. Нам нужно отдыхать с вами, ребята. У нас ютубер не спал, поэтому давайте поспим немножко. Здесь такая полноценная жизнь, ребята, идет. Посмотрите. Так, все, мы отдохнули. Покушать теперь хотим. Теперь пойдем покушаем и сразу же за работу, ребята. Half-Life 2 неплохо смотрят, поэтому мы будем снимать Half-U, ребята. Консоли, гоу-шоппинг и так далее. Давайте покушаем. Так мы можем, ребята, двигать камеру, видите, в различных направлениях. Все здесь абсолютно обрабатывается. Вот он, наш ютубер, хавает. Ставит мисочку, соответственно, в холодильник. Возвращается назад. И мы, соответственно, делаем новое видео, ребята. New Gaming Video. Half-Life 2 будем снимать, ребята. Также геймплей. Давайте назовем. Как мы здесь ничего не делаем. Half-Life 2. Так, ну это у нас вторая часть после первого взгляда. И будет называться... Месиво, просто пипец. Месиво, просто пипец будет называться видео, ребята. И давайте посмотрим, что из этого получится. Начинаем съемки видоса. Off-topic comment, singing comment. Здесь у нас you overcame an easy challenge. В общем, ты прошел легкий челлендж. И мы такие взглядом убийцы такие смотрим. Да, да, нам это нравится. You overcame, мы прошли за... Соответственно, тяжелый челлендж. И поем такие. Да, мы прошли тяжелый челлендж. И все, и вообще просто невероятно, ребята. Так делаем вот так вот. Легкий, потом тяжелый. Далее мы делаем Great Color, Title. И погнали. Оу, контент 37, дорогие друзья. Видео quality 15. Невероятно, прокачиваются наши с вами навыки, дорогие друзья. Это просто великолепно, как вы видите. Все прекрасно у нас. Публицируем видео, как говорится, видео то можно было удалить. У нас идет сейчас месиво просто, соответственно, 79 подписчиков есть, 283 просмотра, и у нас все довольно с вами неплохо, дорогие друзья, двигается. Back to school, задача вернуться в школу, пошли на учебу.
А, это у нас уже выполнено, ребята. Что там по учебе, кстати? Что у меня там в мобильничке? А, тест-дейт, ребята, там у нас. Черт подери, или нам до теста нужно что-то сделать? Давайте посмотрим. У нас 12 января, и нам нужно 5 раз еще посетить, соответственно, до 31 января школу, насколько я понимаю. Preparation para экзамен, говорит. А подготовка к экзамену. Да, нам нужно с вами подготовиться к экзамену, поэтому это время не нужно никак... Вот, и, соответственно, надо, ребята, этим заниматься. Так, дальше, что делает наш ютубер? Наш ютубер сейчас не должен поспать, потому что он, в принципе, спал. Наш ютубер садится писать новое игровое видео, и мы продолжаем снимать с вами Half-Life. Давайте продолжать снимать Half-Life, давайте посмотрим. Здесь нам выставить ничего нельзя, но здесь мы назовем, например, просто божественно, просто божественно, просто божественно. Просто божественно, то есть я тащусь от этого видео, которое еще не записал и уже придумал к нему название. Обычно это происходит, дорогие друзья, абсолютно по-другому, поэтому хер его знает. Так, что у нас здесь происходит? Нормальная игра, ну а нормальная игра, значит, мы смешные комменты просто отвешиваем, находим какие-то ситуации и все. This game hangs up. В общем, здесь мы ничего, ребята, не можем сделать, идем дальше просто... Эта игра, короче, у меня либо крашнулась, либо чё, и контент у нас, уровень контента и качество видео стало абсолютно говняным, дорогие друзья. Либо мы это видео выпускаем, либо мы это видео нахер удаляем. Мне не нравится это видео, видео получилось абсолютно говняным. Поэтому я пишу новое, ребята. Такое бывает, да, такое бывает. Мне не понравилось то, что я сейчас увидел, поэтому говняные видео я на свой канал пускать не буду. Здесь мы называем «Вот это да, вот это да». Вот это да, называем ролик и смотрим, что из этого получится. Никакие влоги и ничего подобного мы пока снимать не можем, поэтому смотрим. This game, you received a headshot while jumping. Headshot в прыжке. И я такой, взгляд убийцы. Да, headshot в прыжке я сделал. Дальше, катсцен. Катсцена пошла. И я доволен, короче, катсценой после того, как сделал headshot в прыжке. Делаю headshot в прыжке и смотрю катсцену, ребята. Вот это качество видео меня абсолютно устраивает, поэтому я его заливаю и выпускаю, дорогие друзья. И я думаю, все у нас будет хорошо. Также нужно не забыть поспать, потом сходить в школу. Публицируем это видео, идем спать. Мамка пришла. Да пойду я учиться, пойду я учиться. Мамка, что ты начинаешь-то? Посмотрите, она постоянно заглядывает ко мне в комнату. Так, у нас утро. Нам нужно сейчас пойти на учебу, потому что мы готовимся к тесту. Че хочешь? Че опять? Мам, да все нормально, блин. Я сейчас приду, нормально. Я уже вон, мне Half-Life 2 там смотрит. Идем поучимся. Так, до экзамена в школе мне остается какое-то определенное время, дорогие друзья. Ай, что-то там дизлайки ставят какие-то. А, тест-дейт. Нет, мне еще рано было идти, видимо. Так. This school called and told me. Мне звонили из школы. Ты, говорит, пропустил кучу занятий на этой неделе. Ты, говорит, говно, мамка, и я тебя закопаю в землю. Блин, ребята, это очень плохо, то, что мамка так стала к нам относиться, но я же ютубом занимаюсь, мне же нужно ютуб продвигать. Так, до теста у меня остается немножко, мне нужно успевать ходить в школу, соответственно, и делать все важные дела. О, вы достигли уровня 2. When you get a new level, you can unlock new light bulbs, skills and video clips. Когда вы достигаете нового, говорит, уровня, вы, соответственно, можете прокачать свой навык. О, ребята, посмотрите. Marking friends. First impressions. Первые впечатления. Новые карточки нам какие-то дали. Ребята, это интересно. Это очень интересно. Игруха-то довольно такая занятная. Довольно богатая. И игруха у меня вылетела. Эй! Нет! Нет, прошу тебя, игра! Нет! Господи! Господи, что же мне делать? Я получил левел, и у меня вылетела игра, ребята. Вот этого я никак не ожидал. Игра интересная, но если ты будешь вылетать, и у меня не будет загрузки... А, могу продолжить, спасибо тебе, игра. Я в любом случае уже хотел, ребята, заканчивать. Что я могу сказать по выводам? Игруха интересная, развиваться здесь интересно. Здесь больше возможностей, чем в том же Tube Tycoon, дорогие друзья. Поэтому, если вам нравится, и вы хотите еще, я с удовольствием сниму для вас еще. Не забывайте про ваш лайк. Ну а с вами был Шиморо, я желаю вам удачи и успехов во всем, как обычно, развивать свои каналы и делать все как надо. Всем пока, до новых встреч, друзья, и мы увидимся на следующем видео. Всем пока.